Ой, всем привет, с вами Макс Риск, мы записываем. Так, значит, смотрите, это новый совет. Спасибо этому разработчику. Русский. Это значит, русский. Вот, даже превьюшку. Точнее, у него тут куча фоточек и текста. Так, ну что, привет, обезьяны. Расскажу, как лучше прокачать наших бойцов. Рассмотрим первые двух бойцов. Готовы? Перед началом ролика подпишись на канал, поставь лайк, чтобы... Больше все знали, что русские смогут. Там в Дискорде мне пишут русские. Так, на всякий случай я перенес его сюда на безопасное место. Так. Ну давайте качаем, немножко повоюем и прочитаем. Угу, 2 секунды. Также некоторые призы. Кто не знает, то смотреть, как приз зарабатываем. В общем, суть ролика о том, чтобы эти вот герои прокачать. Давайте даже я вам покажу. Так, нужно идти, значит. О, сколько тут вообще шикосно. Кстати, это то дерево, где там были в прошлой серии. Рассказываю про это все. Ссылка в описании. Так, значит, смотрите, мы выходим вот так сначала. Потом убираем бойца, воюете. Пока не смотрите, вы смотрите бой, я буду рассказывать вам. Так, думаю, что бой будет длинным. Или нет? Так, читаем. Привет, обезьяна, расскажу, как лучше прокачать наших бойцов. Рассмотрите первые двух бойцов. Френсила и Скотта. Их можно быстро прокачать. Я знаю Френсила. Нет, Скотта я знаю, а Френсила не знаю. Но где-то я слышу про него. Сейчас покажу. Френсил, где Скотт я знаю. Нажимаю на бойца. Даже бесплатного давай можем. Выбить два бесплатного, возможно, будет Скотт. Скотт очень такой обычный персонаж. Соответствие... Такой себе. Так, давай нажимаем героям. Так, вот это у нас Скотт, видите? Скотт. И что там сказал еще? Френсила. О, сэр Френсил. Вот эти обычные персонажи. Ну, для новичков вообще сойдется. Так, вот их можно быстрее прокачать. Скотт, покажи Скотт, окей. Вот, Скотт позволит быстро улучшить других бойцов благодаря своим навыкам, а также позволит наносить значительный урон белым мутантам, прокачивая нашего бойца максимально быстро. 3 звезды. Первым делом скачивайте третий навык. То есть вам нужно 3 звезды. Как это сделать? Таланты. Вот так вот, но сначала до таланта, а потом уже улучшить навыки, когда это будет у вас возможно. Это должно быть так вот. Во втором, первый навык повышает уровень Скотта талантов охота железом. Талант прокачиваем. Где там талант? Охота железа. Так вот. Ну, в общем, как-то тут вот. Это вот так вот. Так, охота железы. Я потерялся, сорянчик, я потерялся. Прокачивайте наше бойца максимально быстро, 3 звезды. Первым делом скачивайте 3 навыка, во вторых, точка. Повышайте уровень сетки талантов охота желтым. Сетка таланта охота желтым. Его зовут Сетка, значит. Так, значит, ищите Хыжина. Прокачайте 3 раза, вроде бы, нам сказали. Вот что вот. Повышайте уровни сетки талантов охота. Желтый. Дальше. Френсин. Это так вот. Улучшить талант. Так вот. Давай покажу вот так вот. Не, ну ничего пока что. Френсин помогает нам как можно быстрее собирать ресурсы. Железо, еду, урон. Уран. Железо, еду, уран. Ему лучше, конечно, железо, еду, уран, потому что он не силен, друзья. И, соответственно, я так же само делаю. Потому что он не силен, соответственно, мутантов он не победит. Защиту не принесет. Но использовать в ресурсах то эффективно. Прокачивайте до 3 звезды максимально быстро. Во-первых, прокачайте 2 скилла. Во-вторых, 3 скилла. Дерево талантов. Коллекционера желтым. Дерево талантов коллекционера желтым. Коллекционер.
коллекционер. Ну, в общем, где-то тут три желтых, в общем-то, кто знает, как-то понять, то, пожалуйста, понимаете. Быстрый осадан. Так, 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 ну, в общем-то, я не знаю. Ну, типа того. Спасибо за тебя, хайт. Так, вот дальше. Пуска, ты. Боец нападения. Качается скиллы равномерно. Сетка талантов лидера красная. Качайте красную сетку таланта лидера. Талант лидер. Вдохновить войск, чтобы они собирали там ресурсы и потом уже атаковали. Вот эти два важны. Вот это вообще не важно. Но это лишь предположение. Можно, конечно, качнуть тоже, но не до максимум. Не, ну, если вы там желаете, то качайте, да. Это только вам совет. Ну, такой вот. В общем, давай. Продолжаем. Я потерял скот лидер. Так. Майк. Боец, который использует стрелка. Только благодаря своим талантам. Прокачивайте сначала 2 умения, потом 3 дерева таланта стрелки. Красное. Окей, красное. Брюс. В свою очередь использует головорезов. Прокачивает скилл 2. Потом 4. Сетка талантов. Бандит. Красная. Коротопи. Лучший боец для защиты вашего города. Коротопи. Он всех бойцов рассказывает. Коротопи, вы где? Сенсей Коротопи. Роджер. Или как там? Майк. Мы про Майка уже говорили, давайте повторюсь. Майк. Прям про всех говорит. Так, Майк. Майк, боец, который использует стрелков для выхода. Майк, боец, который использует стрелков только благодаря своим талантам. Он талантующий, в общем. Нужно качать еще талант его. Прокачайте сначала 2 умения, потом 3. Дерево талантов стрелки. Дерево талантов стрелки. Как-то так вот. В общем, у меня его нету, потому что новичок. Так, значит, Брюс дальше. Так, кто из вас Брюс? Ты, Брюс, в свою очередь используйте головоруры. Брюс, в свою очередь используйте головоруры. Блин, как это выговорить? Головорезов. Прокачивая скилл 2, потом 4, сетка талантов бандит. Красная. Коротопи. Пи. Коротопи. Вон он. Коротопи, сенсей. Коротопи. Лучший боец для защиты вашего города. Вашего города. Это вам не защита этого, как там? Мэверик. Коротопи, защита вашего города. Она должна оставаться только на базе. Навыки таланта. Тоже смотрите. И можно прокачивать еще. Так, так, так. Коротопи. Лучший боец для защиты вашего города. Прокачивайте 2, потом 4 навыка. Сначала 2, потом 4. Сетка талантов. Повозки желтые. Сетка талантов, полоска желтым. Я не в курсе, но где-то желтым. Ищите там. Родригресс. Я его знаю, у меня он был. Вон он. Родригресс. Где он там? В роли Коротопи, боец защиты. Боец защиты, класс. Прокачивайте сначала навык 2, затем 4. Универсальная сетка талантов желтая. Муварис. Муварис. Кто из вас Муварис? Максимус. Вообще я не знаю, но Муварис, скорее всего, ты. Так вот. Боец, который использует гонщиков. Кто их использует гонщиков, что я не в курсе. Кто знает, напиши комментарий, как я путаюсь. Давай дальше. Муварис. А, Муварис.
Максимум риск. Да, правда, я знаю, что Макс риск переводится максимум риск. Так что это тот чувак. Он использует гонщика, у него еще такое пузо. Все нормально, гонщика он любит. Так, боец, который использует гонщиков. Прокачите 2, потом 3 навыка сетки таланта гонщиков, красная. Далее я перейду к бойцам, которые очень сложно прокачать. Но у них также есть лучшие навыки таланта. Лузи, Артема, как там? Арентомостинг. Это ты? Арентомостинг. Лузиам Арентомостинг. В общем, как-то так вот. Очень сильный боец. Благодаря своим талантам они используют свой навык на все 100%. Прокачиваются все скиллы. Равномерно. Сетка талантов синяя. Максимус. А, да ты Максимус, теперь твоя очередь. Наверное, тут еще, наверное, других персонажей добавлю. Не знаю. Вот, ты твоя очередь. Максимус. Боец, который помогает вам покорять горы. Прокачивает сначала 2, потом 3 навыка таланта захвата желтым. Он любит захватывать там руины. Типа того. Лоран. Так, кто из вас Лоран? По-моему. Лар. Вот она, Лузи от Армы Стринг. В общем-то, как так вот. Я всех еще не выучил. Так, сейчас найду. Лоран, как и Фрэнтис, помогает собирать ресурсы. Прокачивайте 2, потом 3 навыка. Коллекционируйте таланты желтым. Коллекционерские таланты желтым. Крамп. Боец, который может использовать только гонщиков. Крамп. Кто из вас Крамп? Помощь данных. Кто знает, разберетесь уже. Пожалуйста, без меня. Но если вы знаете, напишите в комментариях. Крамп. Крамп. Ты где? Крамп. Боец, который может использовать только гонщиков. Или помогать вам улучшать ваших бойцов. Вариант первый. Прокачать. Второй. Потом третий навык. Таланта охота. Желтым. Вариант второй, прокачать 3, затем 4 таланта. Гонщик. Красный. Аскар, боец. Аскар. Кто из вас Аскар? Так. Аскар, боец, который на момент написания может быть купить. Чё, блин? А, да, я понял. Аскар, боец, который может на момент написания может было купить по очень привательной цене, там акции было на нем. Также его можно прокачать в двух вариантах. Вариант первый — прокачать 2, затем 3 навыка таланта охота желтым. Вариант второй — прокачать 3, затем 4 навыка таланта гонщик красный. Не забывайте, что в игре, когда у героя 3 звезды, мы можем взять ему помощника. В том случае от главного героя мы получаем вместимость войск, скорости марша и талантов, а также навыки помощника. Эта возможность дает множество возможностей для разных наших бойцов. Экспериментируйте с разными талантами и навыками. Выше я изложил свои личные мнения по поводу наибольшей эффективной прокачки персонажи. Она может не совпадать с вашими. Спасибо, что прочитали мой совет. Приятной игры. Спасибо большое. В общем, он не назвал свой авторский права. Соответственно, наверное, ему не хочется. Ну, как хочет, в общем. Спасибо большое, друзья. Вот такой рассказ. Нравится — лайкос, подписка на мой канал. Пишите мне, продолжать такую тематику. Конечно, нужно грамматику изучить побольше. Или мне не так хватит. Не, нужно больше, конечно, прокачивать себя, прокачивать. И тем самым будет новую. Потом уже через 2 года, каких 2 года? Наверное, через 2 месяца я уже буду говорить без ошибок, да? Так думаю, медаль Скотта! Ну да, для начинающих это... А для профи-то? А где медали этого там, как там, Максимуса? В общем, тебе спасибо за просмотр, с вами был Макс Риск, ссылка на прошлую серию в описании, ссылка на канал Макс Риск, Риск Старт, общий Роблокс,
всякий интересный канал в описании. Макс Риск Гейминг. Всем удачи, всем пока.